Так, вот он. Вот оно окно, откуда подсвечивается. Вот в уголке. В уголке прожектор синего цвета, который подсвечивает не окна, мерзавец. Вот он. То включает, то выключает. Вот он подсвечивает. Вот, выключил. Мерзавец. Опять включил. Вот выключает. Подсвечивает мне окна для стрельбы из автомобилей, которые прячутся. Вот сейчас. Сейчас ярко включил и выключил. Вот он моргает, мерзавец. Этим прожектором, которым нацеливает по нему пушки из автомобильных отравителей. На мои окна и двери. Так, вот окно с синим прожектором внизу. Этих мерзавцев, которые наводят мне на двери автоотравителя из девятиэтажки напротив, со стороны подъезда и кухни. Вот это вот с этого окна подсвечивает мне кухонное окно и подъезд. Выстреливают, наводят автомобили автоотравителей. Вот. Вот эти вот два. Лампочка верхняя, а внизу синий прожектор. Из-за того, что снимаю через стекло, такое изображение расплывчатое получается. Ну, вот это вот окно на 7-м этаже 9-этажного дома подсвечивает как целеуказатель мое кухонное окно и дверь в подъезд. Так, вот. Вот это вот окно, с которого подсвечивает мне прожектором кухонное окно мое и двери в подъезд, и окна в подъезде, и контролирует мою дверь выходную из квартиры, и наводят автомобили автоотравителей преступника. Вот это 7-й этаж, дом напротив, 9-этажный дом 7-го этажа. Второй подъезд. Вот эти вот преступники. Верхняя это лампочка, а нижняя это прожектор, которым подсвечивают цели. Цели в данном случае это мои окна для выстрела газа из-за пневматических газовых пушек. Которыми они отравляют мою квартиру и меня. Вот эти вот мерзавцы, преступники, которые ведут незаконное преследование, слежку и скрытное подлое убийство отравляющими веществами, нанося вред моему здоровью ежедневно. По много раз в день. Две вот эти Ланос и джип черный. И вот стоит фарами, светит под фарниками. Стоят, дуют отравляющий газ мне в окна. Вот эта шайка автомобилей. Так, снова включили прожектор подсветки окон моих. Вот, чтобы выстреливать отравляющим газом. Вот. Соседи в торце дома включили
фонарь подсветки моих окон. Чтобы машинам было видно, куда им выстреливать отравляющим газом. Так, вот. В соседском доме в Торце в окне поставили прожектор для подсветки моих окон. Выстреливать автомобилем, отравляющим газом. Со стоянки. Вот оттуда. Вон они стоят. Вот оттуда выстреливают. Так, здесь на этих фото я привожу изображение вот пневмопушек, выявленных мной на автомобилях на 31-й Волге Е102ВМ госномер. Также на джипе с номером А362ВА, у которого установлено под днищем аж две системы пневмопушек. Одна стационарная, другая поворотная посредине днища, стреляющая отравляющими газами и ядами.